Она умеет видеть необычное в обычных вещах и неразлучно с фотоаппаратом. Все это о фотохудожнице Виктории Скорик. Уже несколько лет наша землячка живет в Голландии и успела побывать во многих странах Европы и Азии. Сейчас она приехала в Мариуполь, чтобы показать землякам всю красоту разных уголков мира. Работами Виктории Скорик в Центре современного искусства имени Архипа Куинджи любовалась и наш корреспондент Ольга Бахарева. На ее фотоснимках мир как на ладони. Люди, архитектура, природа Европы и Азии. Сама фотохудожница назвала свою экспозицию «Реальность отражения». За год Виктория Скорик побывала в нескольких странах – Франции, Китае, Голландии, Дании, Португалии, Испании. И именно таким она увидела мир. Для меня фотография – она возможность иногда убежать от реальности. Иногда, знаете, когда все настолько давит, и хочется найти где-то свежий воздух, я тогда беру свою камеру, выхожу на улицу и просто начинаю фотографировать. Я начинаю ходить, смотреть на какие-то вещи, пытаться поймать то, что, вы знаете, вот как-то, наверное, знаете, в какую-то медитацию впадаешь. Потом некоторые работы, я когда сама смотрю на них, думаю, когда я это сняла? Бывает даже такое. Мир, который ускользает от глаз других людей, которые живут в обыденности, в спешке, в суете и не замечают такого прекрасного. Чувствуется, что это сделано, ну, с большой душой. От них идет какой-то такой светлый, теплый такой, понимаете, вот свет приятный очень. Виктория до сих пор помнит, когда первый раз взяла в руки фотоаппарат. Тогда ей было всего 7 лет. С годами девушка выросла профессионально, поступила в Лондонский институт фотографии и печатает свои фото уже не на бумаге. Плоский лист алюминия, на нем печатается, как в обычном принтере, сама фотография. Вот за счет этого получается, что она твердая, к ней не нужны никакие рамки, ее легко перевозить. Она очень долговечная, можно протереть тряпочкой, чтобы если пыль села на ней. Это новые технологии подачи фотографии. Они, собственно, пока на Украине не освоены. Есть как бы подсветка, вторичная подсветка, когда фотография за счет алюминия имеет некую фактурность, бархатистость, я бы сказала, и определенное свечение. При разном времени дня эти фотографии по-разному себя ведут. Следом за Мариуполем выставку смогут увидеть жители Голландии. Правда, уже без одного экспоната. Девочка Мэй останется в нашем городе. Виктория Скорик решила подарить эту работу детям с ограниченными физическими возможностями, которые учатся рисовать в спецклассе городской школы искусства.